Ого, сколько тут обалденных мармеладок! Ага, и я должен буду украсить ими торт и еще одним ингредиентом. Интересно, каким? Что? Тухлая рыба? Издевательство какое! Фу, ну и запах! А мне достались невероятно аппетитные спелые фрукты и ягоды. Интересно, а что прячется здесь? Ого, мармеладки! Обожаю! Ну что ж, начинаю украшать торт первое. Окей, возьмем этот ароматный апельсин и порежем его на дольки. Вот так. То же самое я сделаю со свежей клубникой и киви. Уже не терпится попробовать. Готово. Ну а теперь это ассорти можно выложить на мой торт. По-моему, здорово. И правда прикольно. Ну что ж, я тоже начну украшать. Вот эти леденцы будет здорово растопить в микроволновке. Готово. Теперь можно доставать. Какие забавные карамельки получились. Ох, вот только эта рыба совсем не к месту. Только испортит мой шикарный торт. Прикреплю ее сбоку, а вот эти милые мармеладки разложу сверху. Ну вот, как-то так. Ну а я растоплю свои мармеладки при помощи газовой горелки. Как же аппетитно они тают. Готово. А теперь выливаем желе поверх фруктов и ягод. О, да, уже предвкушаю этот нереальный вкус. Красота, правда? А теперь меняемся! Давай-давай, пробуй. Вот, блин. Рыба просто отвратительно пахнет, но ничего не поделаешь, придется откусить. Мамочки, меня сейчас тошнит. Бррр. Надо скорее заесть тортом. О, да. Торт без рыбы куда вкуснее, чем с ней. Не могу остановиться. Вот я все и съела. Да уж, ну а теперь мой черед. Должен признать, что твой торт выглядит куда аппетитнее, чем мой рыбный. А на вкус он такой нежный и сладенький. Я в восторге и, кстати, тоже уже все съел. Ого! Какое количество экзотических фруктов! Не терпится украсить им свой торт. Интересно, а что прячется за этим ключиком? Арбуз? Вот это повезло! А у тебя что? А у меня огромное количество разных жвачек. И сейчас я узнаю, что прячется у меня. Достаем ключик и… Вот это да! Сахарная вата! Кажется, в этом раунде нам обоим повезло. Я готова приступать к украшению. Но для начала попробую. Очень вкусно. Так, ладно, пока я все не съела, выложу сахарную вату по всему торту. Аппетитно-то как! Не могу удержаться, чтобы… Нельзя. Лучше займись своим тортом. Да, ты права. О, я придумал кое-что интересное. Первым делом… Мне нужно разрезать арбуз. Отлично, вы только посмотрите, какой он сочный.
А теперь, вооружившись вот такой круглой формой, я избавлюсь от кожуры. Далее мне потребуется крем, с помощью которого я и украшу эти круглые дольки арбуза. Повторю так несколько раз. Смотрите-ка, у меня получается еще один торт, только арбузный. По-моему, гениально. Ну а теперь эти нарезанные фрукты я выложу поверх моего арбузного торта. Очень даже экзотично получилось. Ну что ж, а я продолжу украшать свой торт жвачками. Как же здорово, что у меня их так много. Выложу по кусочку разного цвета поверх торта. Красота! У меня все готово. И у меня! Меняемся! Чур, я пробую первый. Давай. Какой аппетитный кусочек! Вкуснятина какая! И вата тоже очень вкусная. А из этой разноцветной жвачки я могу надуть обалденный пузырь. Смотрите-ка! Вау, какой большой! И лопнул прикольно. Ну что ж, теперь моя очередь дегустировать твой торт. Какой же обалденный слой с фруктами! Это божественно! Невозможно оторваться! Мне очень нравится! Ну что, двигаемся дальше? Цветной конструктор? Интересно! Не терпится перейти к украшению. Узнаем, что за последний ингредиент. Ого! Еще одна вкусняшка! А мне досталось очень много мармеладных глазок. Кажется, я уже знаю, в каком стиле буду украшать свой торт. Что-нибудь наподобие зомби. Ого! Вот это да! Пальцы – это, конечно, не лучшее украшение, но мне подойдет. Эй, приступай! А, да, точно! Итак, первым делом зальем мой торт вот этой сладкой, тягучей глазурью. Вот да, вы только посмотрите, как аппетитно она стекает. Готово. А теперь из этого конструктора я сделаю настоящего человечка. Глазки, ротик. Ничего себе, так он шоколадный. Интересно, а что это за спрей? Попробуем. Ой, какой кислый! Но с тортом будет отлично сочетаться. Побрызгаю им торт. А теперь с помощью этого жидкого шоколада я нарисую глазки. Ага, вот так. Подождем, пока они застынут. И можно прикреплять на мой торт. И про ротик главное не забыть. Отлично! Что такое? Я зомби! Мамочки, как страшно! Поверил, дурачок! Да это же просто вкусные мармеладные зубы. Продолжай. Так, ладно, продолжаю. Срежу верхушку. Немножко сдвину ее и добавлю еще конструктора. Так-так-так, а куда бы приделать эти пальцы? Думаю, сверху они будут неплохо смотреться. Последний штрих и готово. Я бы съел этот торт! Меняемся! Какой же у тебя красивый тортик получился! А этот конструктор съедобный? О, да! Шоколад! Как же здорово! Ну что ж, а теперь возьмем кусочек. Невероятно яркий внутри и снаружи.
и невероятно вкусный! Ам! Ам! Хочется добавки! Съем-ка я эту верхушку! Божественно! Ну что ж, пора и мне приступать! Ого! Какой торт крутой в разрезе! И какой он вкусный! Ням-ням-ням! Надо еще попробовать отдельно палец и вот этот глазик с шоколадом. Хотя, честно говоря, они что-то не внушают мне доверия. Объедение! Я доволен! Давай пять, подруга! Понравилось наше видео? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, какой торт понравился тебе сегодня больше всего!